как реализуется государственная программа здравоохранения Подмосковья, обсудили на выездном совещании представители МОС облдумы и территориального управления Минздрава Московской области. Встреча прошла в Химкинской центральной клинической больнице. Специалисты вместе с главным врачом и медперсоналом осмотрели хирургическое отделение, отделение паллиативной помощи, территорию учреждения, отметили позитивные тенденции в работе Химкинской больницы. Опытный главный врач, правильные подходы по маршрутизации, по реорганизации, размещению отделений. Заканчивается ремонт травмопункта, он откроется в конце сентября. Открылось новое паллиативное отделение на 40 коек. Также специалисты отметили, что больница полностью оснащена медикаментами и оборудованием. Выполнен качественный ремонт, персонал квалифицированный. Вот здесь вот диагност пришел из Москвы, хотя обычно все в Москву уходят, но здесь ситуация совершенно другая, и это очень хорошо. Это говорит о том, что главный врач действительно работает, правильно работает и в нужном направлении. Развиваются объекты здравоохранения в Химках активно. За 5 лет в городском округе были открыты 11 медучреждений. В настоящее время ведется строительство еще 5.